В Белгороде жители улицы 8 марта основали товарищество собственников недвижимости. Это первый подобный опыт в областном центре. ТСН «Сергиевский» появился недавно, но его участники уже приступили к реализации своих проектов. В чем преимущество такой формы работы и как зарегистрировать товарищество собственников недвижимости, узнала Татьяна Красикова. Эта территория сейчас, это Буриный Камыш. Каждый год это пожароопасная зона получается. Участок за жилыми домами и недавно построенным торговым центром – обратная сторона улицы 8 марта. Территория у речки Гостенки заросла сорняками и камышом. Летом здесь нередки пожары. Местные жители мечтают превратить это место в рекреационную зону. Даже подготовили проект. Хотят обновить детскую площадку и благоустроить футбольное поле. Сделать что-то вроде небольшого пикник-парка, канатную дорогу и поставить пункт приема коммунальных платежей. Изюминкой зоны отдыха должен стать велопарк. Мы хотим сделать здесь, чтобы как хранение велосипедов. Человек, приехав на автомобиле, стоянка, оставляет автомобиль, садится на велосипед группой и едет куда-то, они там катаются, отдыхают. Назад он возвращается сюда, ставит велосипед, садится на машину и едет дальше. Ну, конечно, чай, кофе, чтобы им был, чтобы они могли передохнуть, отдохнуть. Жители пару лет назад объединились здесь в ТОСы, однако реализовать свой проект силами территориального общественного самоуправления невозможно. Потому активисты решили зарегистрировать товарищество собственников недвижимости и стали в буквальном смысле первооткрывателями. ТСН «Сергиевский» пока единственный в городе, объединивший хозяев частных домовладений. Частный сектор достаточно проблематично идентифицировать в плане общего имущества. То есть если в многоквартирных домах мы понимаем, что есть лестничные марши, есть прилегающая территория, которая должна убираться, коситься, то на частном секторе это достаточно проблематично. И вот инициатива Игоря Васильевича была поддержана в Комитете по управлению Западным округом и жителями, Уличковыми в части выделения каких-то мест общего пользования для создания рекреационных зон, детских площадок, для их обустройства и дальнейшего обслуживания. Благоустройство территории для недавно созданного ТСН «Сергиевский» на первом месте. К примеру, председатель товарищества Игорь Локтионов, не дожидаясь коммунальщиков, сам чистит снег на своей улице. Благо, даже техника у ТСН уже есть. У Локтионова в арсенале порядка 10 единиц – от механизированной лопаты до трактора. Более того, в этом товариществе собственников недвижимости готовы и сами зарабатывать на содержание своей улицы, предлагая услуги всем жителям микрорайона. Не может любая организация существовать без финансовой поддержки. Она эффективна, она более экономичная может быть. Вот, к примеру, частный сектор, да, вывоз негабаритного мусора. Ну, к примеру, у вас есть диван, да, чтобы вам нанять сейчас машину, получается, вы должны позвонить по объявлению, грубо, ну, 1500-2000 вы заплатите, да. Мы собираем информации с жителей, 3-5 человек, и комплектуем в эту в одну машину. Просто у вас вывоз будет 300 рублей где-то обходиться. Зарегистрировать свое товарищество собственников недвижимости несложно, уверены в Сергиевском. Достаточно встать на учет в налоговых органах и открыть свой лицевой счет. За опытом к первооткрывателям уже потянулись активисты соседних ТОСов. Мне эта идея очень нравится. Все мы должны участвовать в этом в своем микрорайоне. То есть в своем микрорайоне мы должны уметь и прибрать территорию, и детские площадки делать тоже. Все должны мы хотя бы чуть-чуть делать вложения своими руками. Стоит сказать, что в городе сейчас активно поддерживается создание товариществ собственников недвижимости. В отличие от ТСЖ, здесь объединять усилия могут не только жители домов, но и владельцы гаражей, дачных участков, офисов. Главный плюс в том, что собственники становятся по-настоящему хозяевами своей территории, распоряжаясь финансовыми средствами так, как считают нужным. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.